Ж, блин, лорда Тимку поймал. Сейчас будет эпик. Карта морская, сейчас мы его посиками зафигачим. Так, главное это ящики хорошо собрать, а все остальное это уже чепуха. Он слабо ящики собирает, я думал, он уже будет на центре. А нифига. Я думал, это я один так хреново ящики собираю на развертке. Оказывается, я не один такой рачок. Прям четенько получилось. Все успел в развертку поставить, такое не всегда бывает, к сожалению. А ну, у кого даль-то жирнее, у меня или у него? Посмотрим. Опа-на, там уже торпеды, ни хрена себе. Вот это шустрый. Все-таки у меня даль-то пожирнее. Опа-на, нифига себе, там уже викинг. Вот это шустрый, блин. Же викингов наклепал. Ну, давайте смотрим, что у него там на базе. Блин, сейчас викинга подгонит и снесет мне торпеду. Это, конечно, обидно. А может быть, не снесет. Что у него там на базе? Блин. Вот этого я, конечно, больше всего боялся. Блять, пока-то торпеда построится, ну кто-то ГГП. Да елки-палки, блин. Опять электричества не хватает. Драл, блин. Что-то меня это бесит уже, блин. Что за нафиг? Что он так быстро вышел в викинги, блин? Что это за конченая дичь? И тут то же самое, блин. Слушайте, да он стрим палит. Почему он знает сразу, что я торпеды начинаю строить без какой-либо разведки? Стрим-пальщик хренов, блин. Да его наказать за такое. Чтоб знал, как стрим палить. Торпеду перед носом тыкаешь и стрим пал. Он не видел мою торпеду, он не мог ее никак увидеть. Только я начал строить, он сюда сразу викингов начал перегонять. Так что не надо тут рассказывать. Что он не стимпал.
Так, короче, выходим с боя. Немножко неправильно я вначале сыграл. Уже вряд ли что-то получится сделать.